бьется весь от малого до великого, вот, не жалея своих сил в тылу. Фронтовики, конечно, в первое время войны нашим войскам и нашему населению было очень тяжело, потому что советский народ жил в мире и не был подготовлен для сдачи немцам. Вот. Они были вооружены по последнему слову техники. Мирный труд нашего населения, я говорю, был нарушен. Но в результате того, что друженики тыла, партизаны, на фронте каждый солдат знал свою цель, вот, было высокоподготовлено на медицинских нашего команды оборонных сил. Было сконцентрировано все войска, фронт и тыл были едины, в результате чего вынули на это и молодежь, и взрослых, и детей вот, с праздником, светлым праздником 53-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Спасибо за внимание. Прошу представителей трудовых коллективов возложить цветы к подножию памятника погибшим за Родину. Да, Володя, на тебе как был. Праздник.
Дайте мне немножко кленика. Я уже это за что-то наклал. О, положу на память пустую очередь, понимаешь. Праздник у вас. Положу волочки ты. Друг. Да. Друг? Нам? Отдадушь. Это видео. Сейчас, дорогие товарищи, приглашаем вас на центральную площадь, где состоится праздничный концерт. Пьяные?